Итак, всем привет, ребят. Вот настал момент менять масло в тракторе. Короче, еще так и не определился. Но сидел, считал, сколько там, 99 моточасов. Короче, 100 моточасов он проработал с того момента, как я поставил на него счетчик моточасов. Счетчик моточасов с Алиэкспресса от зажигания. Вот, получается, сидел, высчитывал я от машины где-то, получается, 100-150 моточасов. Ну, то есть, если ехать 100 км в час, примерно средняя скорость 1000 км. Вот, так вот, поскольку у меня двигатель стоит от машины, не знаю, еще никак не определюсь. Может, подскажете примерно, на каком интервале менять масло, сколько моточасов. Вот, получается. Ну, наверное, он больше проработал, потому что я проездил на этом масле 3 года. Вот, получается, последние года полтора он использовался очень часто и очень много, и зимой, и летом. Вот, до этого он в основном стоял. Вот, с момента, когда я поставил счетчик моточасов, ну, прошло месяцев 8, наверное, 100 моточасов накрутило. Вот, сейчас меняю масло. Буду заливать вот такое. Это мне просто я людям нарезал ряды, они вот рассчитались маслом. Ну, как бы я уже не отказывался. Думаю, поменяю двигатели. Ну, такое недорогое, в принципе, для старого-то движка, я думаю, пойдет. Ну и по фильтрам. В основном фильтрон пришел. Патрон, фильтрон. Так, это у нас масляный. Вот. Масляный у меня на маленькое отверстие. Вот в прошлый раз я когда менял, перепутал, и пришлось ехать менять фильтр. Вот воздушный вот такой фильтр и топливный вот такой вот фильтр. Получается, все у меня стоит родное, ниссановское, то бишь топливный ниссановский, воздушный и масляный. Вот. И такой вот фильтр. Это Thierry 2.3 дизель. Почему именно Thierry? Потому что на тот момент я выбрал самый большой по объему фильтр. Вот этот фильтр стоит у меня на гидравлике. Вот. Все фильтра недорогие. Вот такие вот фильтра. Сейчас это все дело у меня уже снято, потому что я снимал для образцов. Вот уже даже для себя это видео снимаю, чтобы потом посмотреть номера фильтров, какие стоят. Потому что проходит долго времени, и потом искать неудобно. Вот, сейчас все это ставим уже вон на тракторе. Если посмотреть, все снято. Здесь тоже снято. Наверное, буду снимать гидробак, чтобы удобно воздушный поставить. Топливный и на гидравлику поменяю. Вот. Так что напишите, ребята, кто что. Особенно ко самоделке с автомобильными двигателями. Как вы меняете масло и на каком интервале, чтобы не ущерб двигателю. И сильно часто тоже не раскошелишься, ну и чтобы не сильно долго кататься на нем. Все, меняем. Так, ну вот, поменял я фильтр, поменял масло, и, короче, влез я в гидробак. Здесь, кто помнит, знает, у меня стоял гидробак, вот он самодельный. Я его когда варил, проверял воздухом, потом поездил 3 года, вот сейчас, буквально месяц назад, были подтеки. Я его, когда кун ставил, снимал опять, перепроверял, ложил в ванну. И вот, если заметить, вот здесь подтек, вот здесь мокрое, все в масле, вот здесь все мокрое. Не знаю, как, давал давление, но в атмосфере 3 точно, уже раздувало стенки. Погружал полностью его в ванну, и пузырьки нигде не шли, но утечка есть. И вот я решил его снять, давно хотел. Был у меня заряженный, но давно лежал, лет 10. Проверил, все-таки работает. Вот такой вот огнетушитель ОП-9. В интернете пишут, что 11 литров. Сейчас отключили воду, не знаю, как проверить, сколько он литров. Но у меня на данный момент всегда было литров 5 залито, а мне хватало. Ну вот 7 литров. Если он литров 10, 7 литров, мне за глаза хватит этого объема. Ну вот сейчас я переварю штуцера и поменяю бесшовный. Потому что надоело, все постоянно в масле, здесь всегда все в масле. Керхером помоешь, но все равно все мокрое. Да и он большой, поскольку он у меня на сколько там, 7,
Получается, это пол бачка, где-то на литров 15, он мне никогда полным не бывает, так что буду убирать. Вот, все делаем, смотрим, что получится. Так, ну вот, что у меня получилось. Короче, установил я сюда смотровое окошко, грубо говоря, с патрубка. Перенес сюда крепление бачка Гура. Вот это обратка, это заливная горловина, варен, штуцер и трубка. Трубка идет до самого конца. По практике прошлого бачка, то есть ты когда ездишь выше-ниже, в том выливалась. Сейчас идет трубка туда вниз, и получается он не может толкнуть сюда. То есть сверху там было отверстие небольшое, чтобы развоздушить, и трубка идет до низа. Вот там с той стороны слив сделан. Сейчас покажу. Тоже подогнал. Появилось больше места. Вот так вот получается у нас слив. Вот. Вот так вот и закрепил дополнительно. Ну и сверху потом это все снимется, покрасится. Короче, по объему залил я, короче, вот от этого смотрового окошка 5 литров. Я залил 5,5. Ну, больше 7 я на в том не заливал. В принципе, пока этого хватает. Вроде таких серьезных работ пока не делал. Ну, у меня всегда в том было литров 5 примерно. Вот, еще что хочу сказать. Поставил я расширительный бачок. Сейчас обойду с той стороны. Давно хотел. Вот вчера установил бачок. Может, кому-то информация пригодится. Я как бы об этом знал, догадывался. Но, как всегда, начинаю делать, потом переделываю. Вот здесь вот видно заварено. Вот здесь я варил штуцер и пустил сюда, на этот расширительный бачок. Поскольку это обратка, которая идет в радиатор, короче, она начала давить сюда в бачок. То есть, получается, ты заводишь, жидкость идет как в радиатор, так и в бачок. На месте стоишь вроде нормально, начинаешь ехать, сюда давит и через пробку выливается. Почему через пробку? Потому что у меня в Ниссане был открытого типа. То есть в родном бачке вот здесь был типа развоздушивание. Ну, то есть трубка просто так вот шла изогнута. Так получается. Вот. И вот оно давило. Короче, я тут вон земля лежит. Перевозил землю. Сотру пар с под капота. Я думал, обгорает. Но потом открываю. Все мокрое. Все разливается. Вот. Я переделал. Да, ну, я сразу хотел так делать, но думал, что обойдусь тем. Вот здесь стоит у нас датчик температуры заводской. Вот, я в нем просто просверлил насквозь дырку, одел шланг. Вот, у меня был такой вот изогнутый буквой П шланг. Повезло. И вот так вот, таким вот образом я установил этот шланг. Сюда кронштейн. Вот, и вот так стоит бачок. Сразу я поставил на плиту, на двигатель. На холостых вибрациях мотор трясется, и бачок настолько трясет, что брызги летят. Вот, я переделал, поставил на радиатор, все, вся вибрация, то есть бачок стоит крепко, вся вибрация, все попало, пропало. Вот так вот бачок, все, сейчас у меня уровень, вот здесь вот минимальный. В том было почти больше половины, и при переездах могло надавить больше. Короче, расширить, ой. Радиатор у меня сейчас полный, вот, а сюда слило, грубо говоря, половину. Хотя должно быть где-то пол бачка, но я еще не заводил, не ездил, но думаю, все будет работать. Ну, я как завел, завел по двору, проехался, а так сильно не нагружал. Вот, вот такая вот схема получается, и вот такой гидробачок. Все, в принципе, что я вот эту мелочевку переделал, так и осталось, ну, как и на старой трубке. Я здесь, вот здесь разметил. Вот, получается, первая метка у меня 2 литра, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Ну вот, трубка мутноватая. Получается, вот здесь, скорее всего, литр между этим. Ну, это, я думаю, 2 литра, это критическая, как бы, минимальная отметка. Так что меньше нет смысла заливать или ездить. Все, вот такое вот короткое видео, в принципе. Ну, все поменял, фильтра поменял я. Все стоит новое.
Вот. На гидравлику пока не менял. Хочу, там я помыл бачок, но все равно, мало ли, где-то что-то. Я его чуть поезжу и потом поменяю. Все, вот такое коротенькое видео. Все, всем удачи, пока.